Всем привет-привет, мои дорогие любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередной традиционный расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас. И использовать буду колоду Таро Безумной Луны. Знаю, что часть аудитории ее боится и не любит, часть аудитории ее просто обожает. Но на самом деле я вам уже рассказывала, что когда я ее купила, я вначале даже боялась к ней притронуться, она мне казалась какой-то странной, непонятной, отталкивающей. А потом я супер подружилась с этой колодой, и теперь это одна из моих самых любимых колод, несмотря на то, что по моему мироощущению это, конечно, не совсем мое, но тем не менее. И расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас, особенно ярко и глубоко, мы смотрим обычно на этой колоде. Напоминаю, что если вас интересует обучение Таро, обращайтесь, пожалуйста, как всегда, на мой WhatsApp, либо Telegram. Проходите по ссылочке, которая находится под каждым моим видео на официальном канале на YouTube. Пишите слово «обучение», я с вами свяжусь. И благодарю вас, мои дорогие, как всегда, традиционно за поддержку канала, за лайки, за донаты, за теплые комментарии, за спонсирование моего канала. Моим спонсорам низкий поклон. Благодарю вас, мои дорогие. Итак, настройтесь, пожалуйста, на вашего партнера. Сейчас при помощи карт Таро мы узнаем, как у него сейчас дела, что у него там сейчас происходит, в том числе в отношении вас. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Королева жезлов. То, что сейчас некая дама влияет на события его жизни, это абсолютно однозначно, потому что нам показали придворный аркан. Королева жезлов, она здесь, конечно, красотка нереальная в этой колоде. Но, кстати, королева жезлов — это обычно женщины весьма экстравагантные. Если не внешне, то по характеру, по темпераменту, да, это бывает очень часто. Вообще, на самом деле, женщина очень активная, знающая, чего она хочет в жизни, и женщина, которая, безусловно, какое-то значение для этого мужчины имеет. Не зря показали именно королеву жезлов, значит, некая женщина сейчас очень активно вклинивается в события его жизни. Давайте теперь посмотрим, что уходит сейчас из его жизни, какие энергии, и что, наоборот, сменяет предыдущие энергии. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Смотрите, что происходит в его жизни, сразу могу вам сказать, что этот мужчина на что-то надеялся, питал какие-то очень серьезные надежды в чем-то победить, какой-то сделать результат, что-то либо приобрести, либо в какой-то ситуации быть в выигрышном положении, может быть, даже что-то, ну вот какие-то вопросы порешать прям конкретные, чтобы быть наверху ситуации, сверху, как говорится, да, он хотел победителем быть. Победителем, вот так и хочется сказать. Чего-то очень хотел. Кстати, если планировал поездку какую-то, к примеру, командировку, либо поездку, либо еще что-то связанное с передвижением, к примеру, да, то значит случился, грубо скажем, обломчик, и он сейчас из-за этого переживает. Также, если он действительно чего-то хотел добиться, это в широком смысле, в широком масштабе. Здесь могут быть огромное количество, может быть, ситуаций разных, да, могут быть разные обстоятельства, в которых он хотел победить, выиграть, быть в выигрыше. У него это не получилось. Облом у него случился в любом случае. Касается это поездки, либо это касается чего-то, чего он хотел добиться. И вы понимаете, о чем идет речь. И не просто это его разочаровало и не получилось, а прямо ввергло даже в какую-то практически депрессуху. Он сильно из-за этого переживает. Либо поездка, либо, в принципе, какие-то перемены в его жизни, на которые он надеялся и не получил в итоге, либо тот самый выигрыш, о котором я вам сказала, не в буквальном смысле слова, а что-то хотел заполучить, но не получилось. А что уходит из его жизни и что приходит? В общем-то, знаете, неплохие весьма энергии. Что-то он завершил буквально совсем недавно. По аркану мир тоже может быть большое количество разных ситуаций, обстоятельств. Может быть, какой-то проект завершил. Может быть, с работы с предыдущей ушел. Может быть, отношения какие-то завершил. Кто-то здесь развестись мог, если, допустим, был брак. Кто-то с кем-то расстаться, оставить отношения в прошлом, допустим, и смотреть уже в будущее с надеждой, к примеру. Вот так может быть. У кого-то
это могут быть какие-то глобальные большие дела, связанные с большими расстояниями, переезд может быть. В общем, здесь много может быть ситуаций, расклад общий, его смотрят десятки тысяч людей, но смысл в том, что что-то этот мужчина завершил. Но опускать руки и ничего больше не хотеть он не собирается, потому что у него на самом деле сейчас много каких-то дел, таких мужских, энергичных, связанных с его империей, с его делами, и именно это сейчас и идет в его жизни. Ему придется решать какие-то вопросы по аркану император. Вопросы важные, вопросы, касающиеся его как раз вот мужских дел каких-то, возможно, карьеры, а может быть и семьи касаются эти вопросы, потому что император — это мужчина, чаще всего имеющий семью, либо имеющий какую-то историю семейных отношений, либо вообще отношений с женщиной. То есть у него есть какая-то империя. Если же нет, то это касаться может его работы, его социального продвижения. Давайте посмотрим, что этот мужчина сегодня думает. Он вообще думает о вас? И если да, то что? Ах, мысли мои, мысли. Ой, девчонки, я не знаю, какая сейчас между вами ситуация. Не есть целью расклада сейчас это смотреть, но думает он о вещах очень сложных. Думает о том, что непростые отношения между вами. Думает о том, что давно уже тянется некая ситуация вашей, возможно, даже и вражды. Либо, знаете, чего еще? Почему я сказала вражды? Потому что вражды и обмана. Извините, скажу вот так. Может быть, грубо, но по этим арканам именно так и хочется сказать. Как будто он думает о том, что уже давно длится этот период неискренности, какой-то вражды и обмана между вами. Если это так, значит, прям четко в цель мы попали. Если же между вами кажется, что все хорошо сейчас, знайте, что у мужчины все равно какие-то мысли недоверия какое-то есть, во-первых. Во-вторых, у него мысли о том, что не все между вами прозрачно, не все искренне, что между вами бывают ситуации, когда вы практически можете там, я не знаю, так выяснить отношения, что причинить друг другу боль, либо он вам причиняет эту боль. И много думает о какой-то лжи, о какой-то неискренности, о каких-то вот таких вещах. Почему-то сегодня вышли такие арканы. Причем арканы эти все вместе, они как бы обрамлены, запечатаны, да, в такую оболочку, в такую обложку, как книга с обложкой, да, обложка вот такова, как я вам сказала. Внутри, возможно, мы откроем эту книгу и что-то там почитаем, вашу историю любви, какие-то там ваши обстоятельства, но вот то, что снаружи, так сказать, это вот то, о чем я вам сейчас сказала. То есть сложные сегодня у нас мысли. У мужчины почему-то мысли сложные. Эмоции, чувства к вам на сегодняшний момент. Что там у вас опять происходит? Так и хочется спросить. Эмоции, чувства к вам. Есть ли вообще эмоции, чувства? Конечно, есть. И я могу вам сказать, что вы для него значите очень много. Практически все. Потому что десятка пентаклей, арканы иерофант. Во-первых, здесь эти арканы могут указывать на то, что у вас с этим человеком может быть семья. Либо вы как бы предназначены друг другу небесами, Господом Богом, Вселенной для того, чтобы, может быть, создать эту пару. Неважно, у вас получилось это или нет. Именно семью. И здесь имеется в виду семья с рождением детей. Вот настоящая семья, дом полная чаша. И чувства к вам есть. И нам показали не эмоции какие-то, да, а понимание того, что вы для него, по сути, полнота жизни, полнота ощущений. Так и хочется сказать, счастье его, да? Но в то же время эти мысли, эмоции очень переменчивы у него. То есть сегодня он испытывает к вам такие эмоции, тут же он по колесу фортуны ветер перемен какой-то дунул, его мысли взбеленил, да, взъерепенил, и он начал думать абсолютно другие вещи, эмоции к вам испытывать какого-то очень конфликтного характера, порядка. То есть то он думает о вас, вернее, о том, что вы его все, он думает постоянно. А вот то, что между вами есть конфликтная какая-то атмосфера, конфликтная ситуация, может быть, выяснение отношений, либо ревность, либо что-то вот такое, вот натянутость какая-то отношений, он тоже об этом думает и испытывает эмоции в связи с этим. То есть он понимает, что ваши отношения и эмоции в связи с этим у него такие же сейчас. Они неустойчивы. И порой ему кажется, что вашей парой, смотрите, здесь у нас на колесе фортуны, вверху изображен
ну, давайте, дьяволенок, скажем, да, сущность некая такая, которая дирижирует спектаклем. И вот у него, в его эмоциях выходит так, что он понимает, что иногда какие-то эмоции по вот этой самой сущности, эта сущность как будто вас подтрунивает над вами, заставляет вас делать какие-то глупые вещи. И он часто думает о том, что вот такое что-то между вами происходит. То есть как будто вы делаете, в частности, вы делаете какие-то шаги такого порядка, ну и он тоже подвержен этой же энергетике. Так что эмоции сейчас у него неустойчивые, и эмоции разноплановые. И понимает, что есть что-то между вами, что действительно не должно быть, и, возможно, что сподвигает вас вести себя не так, как надо было бы себя вести. И вас, и его. А теперь давайте посмотрим, что мужчина скрывает у нас сегодня. Что мужчина скрывает? Ему одиноко. Он скрывает, что он вообще себя сейчас чувствует одиноко. Причем посмотрите, как сущность здесь, в какой она позе. И выражение лица, и вообще эмоции, сами посмотрите, закрывается руками, в то же время подглядывая немножко. Плохо, одиноко, чувствует себя как в заточении в каком-то. Это может касаться его чувств, эмоций, это может касаться вообще многих сфер его жизни. Он это тщательно скрывает. Плохо на душе, чувствует себя одиноко. Что мужчину волнует сегодня? Что волнует его сегодня? Некие дела, связанные с королевой. Королеву Пентаклей нам здесь продемонстрировали. Очень часто по королеве Пентаклей бывают материальные какие-то дела. Здесь не обязательно отношения, любовные тем более отношения. Это может быть его коллега, начальница, какая-то родственница. Может быть жена, либо бывшая жена, к примеру, с которой у него есть какие-то материальные связи. Либо в принципе какая-то женщина, с которой он решает какие-то материальные вопросы. Это сейчас его волнует. Волнует что-то, связанное с материальными делами и этой королевой. Что мужчина хотел бы вам сказать, но молчит по какой-то причине? Угу. Ну вот смотрите как. Вот по этому аркану можно сказать, что у него сейчас возникает такое впечатление, как будто он что-то хочет сделать, какие-то планы строит. Да? Он хочет вам сказать, что... Такое впечатление, как будто эти планы, которые он строит, они у него как песок сквозь пальцы просачиваются, просыпаются, высыпаются, и в итоге ничего в руках не остается. То есть планируют что-то сделать, и все эти планы рассыпаются под воздействием каких-то обстоятельств. Как будто он хочет вот этим своим орудием непонятным каким-то зацепить здесь какой-то овощ, допустим, да, а не получается. Он либо промахивается, либо этот овощ выкатывается, вываливается из этого орудия. Вот так же у него... Что-то, что такое ощущение, как будто хочет что-то сделать, а не получается, и не по его воле. Вот это он хочет вам сейчас сказать. Не знаю, к чему это пришло, но вот так. Так, теперь спросим мысли о вас, когда просыпается и когда засыпает в эти дни. Мы смотрим обычно вчера, сегодня, завтра. Когда просыпается, какие мысли, если вообще думает о вас, и когда засыпает, какие мысли. О, девочки. Ну, у многих из вас здесь может быть расстояние между вами. Если это так, то так вам и показывают, что он вас воспринимает как звезду, женщину далекую. Женщину, кстати, представление о вас, если вы, допустим, никогда с ним не встречались, так же тоже бывает у многих сейчас в современном мире. И он вас видел либо только на фотографиях, либо по видеосвязи. Он может немножко не совсем адекватно вас представлять себе. Его представление о вас чуть-чуть как бы не такое, как есть на самом деле. Он об этом может думать, кстати, а какая вы настоящая, не та вот, которая далеко, а которую можно потрогать, которую можно обнять, которую тепло тела, которое можно почувствовать. У него такие мысли перед тем, как он засыпает. Если же это мужчина ваш реальный, здесь и сейчас, то здесь мысли мало от этого отличаются. Он думает о вас, он очень много думает о вас и представляет вас обнаженной, красивой, хоть тут, конечно, это нечто, а не аркан, да, как и во всей колоде. Но смысл в том, что он представляет вас обнаженной, представляет вас очень женственной, очень красивой. То есть мысли о вас есть именно больше такого вот порядка, но тут не сексуальный подтекст, а какой-то даже...
Немножко как будто он романтизирует вас. Это мысли перед сном. И то, что перед сном мысли есть, абсолютно точно, потому что аркан звезда, он как раз и подходит к вечеру, к ночи. Поэтому аркану здесь можно сказать, что вы еще и снитесь ему, и снитесь, скорее всего, тоже вот в таком ракурсе, как я вам рассказала. Когда просыпается, по сути, я вижу так, он ждет от вас либо известия, когда просыпается, первая мысль, безусловно, о вас, потому что это такой аркан, стремительный, яркий, страстный. И он ждет известия от вас. И если, допустим, вы с ним не общаетесь, либо там позаблокировали друг друга, либо между вами расстояние, знаете, что он утром просыпается и ждет, когда наконец-то вот эта сущность махнет своей косой, и все преграды между вами рухнут. И наконец-то птичка сможет принести вам письмо, ему, вернее, письмо от вас, весточку, да и вам тоже от него. То есть он думает об известии. Если переписываетесь, перезваниваетесь, значит, об этом он думает. Если же вы вообще с ним живете в одном доме, да, то он хочет, в принципе, чтобы некие преграды между вами рухнули. Будь то преграды физические, либо эмоциональные, но у него мысли вот такие, когда просыпается. Говорит ли с кем-то о вас? И если да, то что этот человек о вас говорит сейчас? Если с кем-то говорит, да, он говорит о вас, девочки. Он говорит о вас с любовью. Он может говорить с кем-то, делиться, я уж не знаю. Кстати, говорит с кем-то, кто дорог его сердцу. Это не совсем посторонние люди. Это может быть человек из его семьи, допустим. Не надо только там в комментариях писать. Да, конечно, он обсуждает меня со своей там женой, к примеру, да. Здесь не в этом смысл. Могут быть люди, близкие его сердцу по аркану десятка кубков, с которыми он может поделиться своими эмоциями. Могут быть родственники какие-то, это может быть и сестра, и брат, это может быть мать, отец, это могут быть, ну не знаю, дети, внуки, да кто угодно. С кем-то, кто близок к его сердцу, либо относится к его семье. То есть это даже вот из его семьи какой-то человек. И говорит он о вас с любовью. Он говорит, что любит вас, что испытывает к вам вот такие теплые чувства. Здесь так. А может быть, это друг закадычный какой-то, с которым они там накатить могут. Бокальчик второй, третий, четвертый вина, но ему с ним хорошо, и он может открыть душу перед этим человеком. И вот когда он душу открывает, он говорит, что он вас любит. Вот так он говорит о вас. Так, теперь следит ли за вами, наблюдает ли, собирает ли информацию, интересно ли ему вообще ваша жизнь. Ну, это такой аркан, который нам рассказывает о том, что ему интересно все, что связано с вашими достижениями, социальным продвижением, материальным положением, но не в плане корыстных каких-то вещей, а в принципе, как складывается ваша жизнь. Успешны ли вы, все ли у вас получается? Вот эти вещи его очень живо волнуют. Мне показали так. Сказать, что наблюдает, я не могу, тут в открытую мне не показали, но интересует. Поэтому, конечно, он может с кем-то разговаривать, либо, там, я не знаю, смотреть в соцсетях информацию о вас, либо еще что-нибудь делать. Но интересует. Безусловно, его интересуют, причем именно те аспекты больше всего, о которых я вам говорила. А также ему, если он смотрит ваши фотографии где-то, допустим, в интернете, в соцсетях, то он всегда отмечает, какая вы красавица. Вот еще. Это в том случае, если у вас происходит вот такого рода общение и слежка друг за другом через инет. Так, теперь будет вопрос, что у него дома, как атмосфера, если он живет отдельно от вас. У него свой дом, у вас свой дом. Как он себя там чувствует? Туз кубков. Но, в принципе, все хорошо у него дома сейчас. Хоть и такие вышли арканы сложные, что он тут переживает, в чем-то обломчик у него случился, да, но вообще обстоятельства дома сейчас, ситуация у него складывается, можно сказать, спокойно. Давайте еще посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Ага. Слушайте, у него что-то, у него либо прекратились отношения с кем-то, которые были огромной тяжестью для него, огромным грузом, который он еле-еле бедный тащил. Либо отношения здесь закончились, и он наконец-то почувствовал себя счастливым, свободным и просто вот порхающим, как бабочка. Либо здесь какие-то обстоятельства закончились в его жизни. Не зря аркан мир вышел. Тоже очень сложное для него.
То есть были какие-то обстоятельства, которые давили на него огромным грузом, огромной тяжестью. И сейчас он из этих обстоятельств вырвался, потому что они завершились, они закончились. Здесь четко идет окончание чего-то, каких-то сложных обстоятельств, либо отношений. И мужчина вздохнул с облегчением. Он почувствовал себя хорошо. Вот так интересно сегодня вышло. Теперь смотрим, а вопрос, какой там у нас еще вопрос, мы не посмотрели. Если он с вами в расставании сейчас, вы с ним в расставании, хотел бы он вас вернуть здесь и сейчас, сегодня? А в истории вашей, скорее всего, присутствует еще кто-то. Будь то свита вокруг него, видите, какая, будь то другие люди, родственники, либо там бывшие отношения какие-то, либо дети, если дети есть, тут тоже так может быть, которые ему не позволяют сейчас сделать решение в пользу вас. Обстоятельства либо люди. Вот так давайте, да, скажем. Здесь мужчина хотел бы вас вернуть на самом деле. Но есть либо советчики, либо люди, которые участвуют в вашей истории, либо обстоятельства, которые ему сейчас не позволяют это сделать на полную силу. Но хотеть, да, он хочет. А стоит ли вам сделать первый шаг, если вы с ним в расставании, допустим, сейчас очень сильно хочется сделать первый шаг? И какой шаг? Нет, вам не стоит. Вам нужно сделать паузу, вам нужно выждать. Смотрите, здесь сущность не двигается, она спит. Спит. Ночь, тишина, покой, все, никаких движений, тем более активных. Здесь должен пройти какой-то период, какое-то время должно пройти. Вы должны успокоиться, многое обдумать, и он тоже. Все должно устаканиться, утрястись, и дальше уже можно будет говорить о каких-то действиях. А вообще, в принципе, от этого мужчины, неважно, вы в расставании или нет, можно ли каких-то действий ожидать, если да, то каких? Паш мечей. Вот смотрите, как он будет усиленно за вами надзор вести, наблюдать, следить. Здесь у каждого ведь будет по-своему. Кто-то следит действительно в интернете за вами, кто-то в мессенджерах заглядывает, когда вы заходили, выходили из того же WhatsApp, Viber, Telegram, где вы с ним общаетесь. А кто-то может смотреть ваши фотографии, я только вот об этом говорила. Кто-то может информацию нарывать у ваших знакомых, общих, либо родственников. В общем, как он будет себя вести, он будет как раз собирать информацию о вас. И ревновать, и переживать, и какой-то такой конфликт у него душевный внутри его, так сказать, сердцу и души будет происходить, разрывать его на кусочки. Не знаю, он это вам покажет или нет, а скорее всего может показать. Потому что по пажу мечей, имейте в виду, этот мужчина, кроме того, что будет за вами устраивать такую слежку, он еще может появиться неожиданно. Но паж мечей, к сожалению, он не появляется с тем, чтобы что-то конструктивное принести в ваш жизнь. А обычно с какими-то конфликтными заявлениями, с незрелым каким-то поведением, у кого-то с конфликтной какой-то энергетикой. То есть появиться внезапно, ну вот для чего, большой вопрос. Для того, чтобы уколоть вас, либо разругаться, просто имейте это в виду, что если вы почувствуете такую энергетику с его стороны, когда он неожиданно появится, и вы не хотите с ним испортить отношения, имейте в виду, что он может повести себя по этому аркану и, соответственно, подстелить соломки. Очень мудро. Так, теперь вопрос, как вам лучше себя вести с этим человеком сейчас? Как вам лучше себя вести с этим человеком сейчас? Вообще вам надо заниматься своими делами, причем здесь в первую очередь идет речь о карьере, о вашем социальном каком-то продвижении, о вашей социальной реализации. Наметить что-то новенькое, какие-то новые планы. Смотрите, ростки, как здесь жезлы растут, взрастают. Человек наблюдает за этим, но он активно за ними ухаживает, и эти ростки вырастут в шикарные, крепкие, огромные деревья. Вот и вам, вы, скорее всего, уже семена какие-то посадили. Вам нужно ухаживать за своим урожаем для того, чтобы он вырос пышным и красивым. Это касается именно вас, вашей жизни, ваших интересов в разных сферах вашей жизни. Вот. Кому-то из вас, из тех, кто смотрит этот расклад, вполне возможно, нужно посмотреть в новые какие-то перспективы. То есть, кроме этого мужчины, чтобы он не был приоритетом в вашей жизни, чтобы кроме этого мужчины у вас было еще что-то очень важное, на что бы вы отвлекались и на что бы вы свою энергию тратили. Поэтому вот так вот вам и показывают. Это, в принципе, для всех относится. Теперь будет вопрос для тех, у кого есть соперница. На 100% есть соперница. Если соперницы нет, вопрос не смотрим и не надо себе запудривать мозги, как говорится. Нет соперницы, либо вы просто подозреваете, не смотрим этот вопрос. Это будет завершающий
вопрос расклада. Только для тех, у кого точно, железно есть соперница. Что у него с ней сегодня? Если есть дети, то тут полностью вся энергетика связана с детьми. Я бы даже сказала, знаете как, вот этот вопрос нам показали для все-таки в большинстве случаев для тех, у кого у мужчины есть дети, и либо бывшая жена, либо, конечно, не дай бог, потому что не позавидуешь, когда отношения с женатым мужчиной, девочки, это сложно все. Но здесь есть дети, здесь есть какие-то вопросы, которые надо порешать, именно детские, либо юношеские. Я вот недавно говорила, не зря уже перед 1 сентября, перед сентябрем вообще идут такие вот арканы, что нужно порешать какие-то дела детей. Может быть, поступление в институт, либо в первый класс, либо вообще в школу дети идут, и эти люди решают какие-то вопросы, связанные именно с детьми. Есть здесь у нас императрица, показали женщину, поэтому прям ее и показали. И, скорее всего, это женщина, с которой он либо был в отношениях, и у них общие дети, либо он сейчас с ней в отношениях, у них есть общие дети. И они заняты именно делами своих детей. Если же детей нет, это будет прям маленькая-маленькая часть аудитории сегодняшней, потому что сегодня показали нам информацию больше для того мужчины, у которого это есть в жизни. Если же детей нет у них, допустим, да, то можно сказать, что сейчас они с этой женщиной строят какие-то планы, что-то такое новое, да, новенькое. Но это связано здесь не с материальными вещами больше, а с какими-то эмоциональными. Может быть, планируют отдых, к примеру, куда-то поехать, либо как-то развлечься. В общем, впустить в жизнь больше каких-то позитивных, приятных эмоций. Это в том случае, если нет детей. Но это будет, я вам уже сказала, для очень маленькой части аудитории. И больше все-таки здесь нам показывают в этом раскладе именно информацию для тех, у кого мужчина имеет деток, и какая-то женщина рядом с ним есть. Так, ну и давайте посмотрим. На дне колоды имейте в виду, что ваши отношения — это как комментарий. Порой с этим мужчиной похоже на театр. Причем, посмотрите, один актер в белом, а другой в темном. Один претендует на светлые энергии, другой совсем наоборот, потому что это, сами видите, кто, да? Здесь рукоплещут люди, прекрасная игра. Это говорит о том, что в чем-то есть игра, в чем-то есть где-то какая-то неискренность, во-первых. А во-вторых, в принципе, подумайте о том, что вы как два этих актера почему-то нам показали этот расклад. Это больше одно. Ой, вернее, аркан, извините. Этот аркан относится больше к прошлому. Как будто в прошлом это было у вас. Возможно, сейчас уже игра прекратилась, занавес, все. Игры больше нет. Но это было. И вам нужно сделать из этого определенные выводы, тем более, если это продолжается и по сей день. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.